Слава Ісусу Христу! Доброго дня, шановні друзі! Я сьогодні отримав два запитання по поводу тих відео, які стоять в Ютубі, а також на Фейсбуці. Оскільки запитання є російськомовні, і, як показало, коментарі показали, що дані публікації дивляться не тільки в Україні, Швейцарії, а питання взагалі прийшло із Сполучених Штатів Америки. Отже, запитання. Я перейду із-за цього на російську мову і буду відповідати саме російською мовою, для того, щоб більше аудиторії розуміло, про що йде мова. Уважаемый Федор, за вашими публікаціями давно уже наблюдаю, читаю їх і, правда, перевожу на русский язик. Я живу уже 20 лет в США. Я сама из Казахстана. У меня к вам вопрос. Почему вы в своем видео назвали Дональда Трампа служителем зла? Как только он стал президентом, все СМИ его атаковали так, как никогда другого какого-то президента. Это что-то значит? Последняя информация о том, что делает сейчас Трамп, говорит об обратном. Вика. Уважаемая Виктория, хочу, во-первых, немножко уточнить, о чем идет речь. Если вы имеете в виду ту публикацию, где я сказал, что Трамп действительно сегодня делает очень большие и серьезные дела в мире, борется с торговлей людьми, с педофилией, с жертвоприношением детей. Но, с другой стороны, я сказал, что вы слишком этим, как говорится, не радуетесь, потому что все-таки Трамп, он является поклонником и как бы покровителем Хабада. Как это все правильно понимать? И на самом деле, судя из вопроса Виктории, она это поняла, что он служитель зла. Ну, я так не сказал, но надо понимать совсем по-другому этот вопрос. Дело в том, и я немножко отойду именно от вопроса и объясню нашим зрителям о том, что вообще-то все в этом мире контролируется Господом. И иногда люди, которые, может быть, имеют какие-то намерения не сильно правильные, хорошие, делают по дороге хорошие дела. Другими словами, иногда исторические события так происходят, что они садятся в тот поезд, который идет в том же направлении, в котором развивается история человечества. Сегодня это можно наблюдать за действиями Трампа. Да, действительно, если анализировать всю его предвыборную кампанию, победу на выборах и все, что происходило после этого, ни одного президента так не атаковали, как это делает сейчас Трампа. Не будем углубляться, почему, хотя я это сказал. Он представитель нового клана, и все это понимают, и если он представитель нового клана, это означает, что будут большие изменения. Потому что Хиллари Клинтон была представительницей клана процентщиков, как я уже говорил. Теперь возьмем вопрос о том, как человек может, ну как бы сказать, не понимая этого, делать или добрые дела, или служить добру. Ну, к примеру, есть такие слова, сказанные в такой интересной книге, как 36 доказательств существования дьявола. И там сказано, что иногда черные силы планируют какие-то события, и на самом деле они, спланировав все это, только в конце понимают, что они участвовали совсем не в своих планах, а в планах Господа.
Почему это так происходит? Во-первых, Господь Творец, в том числе и падших ангелов. Во-вторых, они побеждены. В-третьих, они не знают планов Господа, и поэтому они действуют только по тем планам, которые могут совершить. Но они никогда не знают, какой шаг может предпринять Господь. Иногда это очень такой элементарный шаг на каком-то перекрестке истории, который ведет то зло, которое планировалось, в совсем другую сторону. История знает этого очень много. Братья Иосифа планировали злое, продали Иосифа в рабство. И сколько он перетерпел, мы все знаем, кто читал Ветхий Завет. Чем это закончилось? Тем, что рабство Иосифа привело к тому, что Господь такой способ спас весь дом Якова от того голода, который надвигался на весь мир, и они в Египте спаслись. Такой способ был израильский народ переведен на более чем 400 лет в Египет, и они там находились, пока Моисей их оттуда не вывел. То есть мы видим, что злые планы братьев Бог превращает на добро. Мы можем вспомнить, например, того же Кира, которому Господь написал обращение еще до того, как он родился, через пророка. И он говорит: ты меня не знаешь, ты вообще не мой, но я тебя знаю. И он говорит ему, что ты должен то и то сделать, и ты будешь благословенный мною, хотя ты не мой. То есть и таких вопросов очень много, и историй в жизни, как взятые из Библии, так и такой повседневной жизни. Поэтому это только благодаря тому, что Господь умеет вот так превращать злые намерения и выводить их на добро. Более того, Библия четко говорит, особенно Евангелие, что те, кто любит Господа, все, что в их жизни происходит, происходит на добро. Исходя из этого, вот те события, которые сегодня происходят, то, что запущено в мире, с одной стороны, карантин – это плохо, вирус – это плохо, тем более, что он искусственно запущен, и он рукотворный, как уже об этом говорится, да? Но с другой стороны, мы имеем с этого и позитивные моменты. И скорее всего, что эта пандемия и вот это все, что происходило, оно ударит больше всего по тем, кто это планировал. И мы уже это видим. То, что на каком-то этапе, когда пройдет это все, пойдет следующий этап. И на этом этапе Трамп и все те, кто с ним, они уже будут на месте тех, кто сегодня запланировал вот эту пандемию и все те козни против человечества. То есть, на сегодняшний день действия Трампа и всех тех людей, которые с ним, они являются позитивными. Может быть, даже они не понимают в том, что на самом деле они таким образом очень много чего меняют в этом мире. Но мы должны быть бдительны. Раз. Второе. Первая заповедь говорит, что не создавай себе кумиров. То есть ни Трамп, ни какой-то другой лидер не может быть главнее Бога. Он занимает, как Евангелие говорит, царь над царями и владыка над теми, кто владычествует. То есть мы должны понимать, что именно он, и за ним последнее слово, и он решает все в этом мире. Поэтому, исходя из этого, я думаю, что вы понимаете, что, еще раз повторяю, события, которые происходят в мире, и то, что делает сейчас Трамп, они являются позитивными. Ну, если уже сегодня идет речь о Трампе, то его задача, кстати, уничтожить офшоры. И это задача не сегодняшнего дня. Да, действительно, Трамп должен уничтожить все офшоры. И это его главная задача, которую он еще не выполнил пока, но я думаю, что он ее выполнит, потому что такая стоит
задача. Кстати, в офшорах, чтобы вы понимали, также я вчера говорил о том, что свыше 200 триллионов – это долги всех стран Федеральной резервной системе, но вместе с тем в офшорных зонах находится также свыше 200 триллионов денег. То есть это почти то, что выдала Федеральная резервная система. Оно все осело, фактически своровали. То есть и это тоже очень плохо, и я думаю, придет этому конец. Знаете, один историк, он, кстати, верующий человек, только не помню имени, рассуждая о том, что должно произойти в мире, чтобы восторжествовала справедливость, он сказал, должны рухнуть все сбережения, особенно тех, кто наворовал. А его спросили, ну вместе с этими сбережениями рухнет экономика мира. Да, рухнет. Кстати, это политолог и, кстати, очень верующий человек, англоязычный. Да, она рухнет. Но этому стоит быть. То есть, и теперь мы возьмем, с одной стороны, выйдет с обихода доллар, рухнут офшоры, рухнет экономика мира. Это плохо? Да, плохо. Очень страшные события будут происходить. Но в глобальном масштабе это хорошо. В глобальном масштабе это восторжествует справедливость. Поэтому, исходя из вот этих двух историй, которые мы рассказали, то, что сегодня происходит, аресты, зачистка тех, кто реально творил большие и страшные вещи в этом мире, это хорошо. Может быть, для этого использовали и вот эту пандемию, и для того, чтобы не было, как говорится, не мешали этому заниматься. Более того, страны закрыты, значит, те, кого сегодня вылавливают, они не могут сбежать с той или иной страны. Авиаперелетов нету, поддержки нету. А вы понимаете, что эти люди, которых сейчас арестовывают и которых сейчас сажают в тюрьмы, и вот эта зачистка, которая идет в мире, это очень серьезные люди, которые владеют СМИ миллиардами и так дальше. Поэтому с этой точки зрения Трампа назвать служителем зла нельзя. Еще раз повторяю, я это сказал специально для того, чтобы вы понимали, что это не все просто так делается, и что за этим будут другие шаги, которые реально будут уже не на пользу человечеству и нам с вами, особенно верующим людям. Вот так надо понимать мои слова, связанные с Трампом и с тем, что он сейчас делает. Мудрости вам, еще раз повторяю, ищите правды, новости воспринимайте всегда не только как они преподносятся, но и между строк. И самое главное, знаете, есть такое объяснение вообще, как люди воспринимают информацию. Люди, как правило, берут ее, кто это сказал, насколько он известный, но очень редко они думают о том, правда ли это, логично ли это и вообще справедливо ли это. Вот поэтому немножко по-другому надо анализировать информацию и именно смотреть с этих критерий. Исходя из этого, то, что происходит в мире сейчас, это справедливо. А что будет дальше? Господь на месте, Он процесс контролирует, и вы, и мы должны Ему доверять. Успехов, всего наилучшего.